Денежные выплаты донорам возвращены. Министерством здравоохранения опубликован приказ, согласно которому гражданин, сдающий кровь, может получить вместо набора продуктов питания деньги. На выплату доноры могут претендовать, если сдают кровь на выездных акциях. Тем, кто будет сдавать кровь в стационарных центрах для замены питания деньгами, нужно будет написать заявление. Размер выплаты составит 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где сдается кровь. Для нашей области величина выплаты составит 353 рубля.